с истинным самарским лещом в руках. В модном пальто от самарского дизайнера здесь, на главной городской площади, в день рождения Самары. Здесь проходит ярмарка-выставка «Сделано в Самаре». И действительно, под этим можно подписаться, ведь то, что сделано в Самаре, сделано с любовью, качественно, удобно. Впервые на ярмарке были представлены 10 местных дизайнеров одежды и аксессуаров, которые устроили для всех зрителей настоящий фэшн-показ. Покупают с удовольствием, да, все счастливы, рады, потому что одежда достаточно интересного кроя, как правило, у нас, то есть не просто футболки, свитшоты, мы пытаемся создать что-то интересное, креативное, вот, и как бы опять-таки поддержать патриотический дух. На площади поистине родной самарский дух. Тут и там сувениры с символикой города, запах свежей выпечки и даже настоящие самарские коты. Уникальная выставка-ярмарка собрала более 40 местных производителей, которые лично отвечали за качество своей продукции. Испанская закуска с самарской душой. Именно так называются наши закуски. Тапас. Всевозможные удивительные вкусы и начинки. Мира вкладывает свою душу и любовь. И это главный ингредиент. Фантастично все нравится. Прекрасные вот торговые ряды, прекрасная ярмарка, на которой разнообразный товар. Ну и, конечно же, вкусная еда. Вот мы прошли здесь, выбрали самые вкусные, я думаю. Также все желающие могли принять участие в экскурсиях по городу пешком или на автобусе. Более 7 пешеходных экскурсий продолжительностью 1,5 часа и 3 экскурсионных автобуса уже сейчас отошли от площади Куйбышева. 3-часовая экскурсия по городу. Безусловно, экскурсии все под одной тематикой. Самара – город боевой и трудовой славы. Но это некий подарок от туристических компаний города. Сделано в Самаре, выставка которой, по словам организаторов, должна стать не просто регулярной, а востребованной площадкой, где каждый производитель региона сможет показать свой товар лицом, будучи уверенным в его высоком качестве. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.